let the carnage begin! Hey, ребята! Как дела? Понятия не имею, сколько времени сейчас на планете Трумэн Каст. Тут на самом деле ночь за окном. А я решил немножко выйти в эфир в такой достаточно небольшой. Поиграть чуть-чуть в Star Wars Galaxy of Heroes. Итак, у нас идет Великая Арена. Третий турнир из четырех. Первый раунд. Соперник у меня некто товарищ Тинман. Вот. Давайте глянем на его ростер. Ростер у него достаточно интересный. В общем-то, глядя на россыпь реликвий седьмого уровня, которые есть у него у джедая Ревана, у Йоды, у Басти Лушан, у Джоли Биндо, и там вот генерал Кеноби еще пятый затесался. У меня было ощущение, что, наверное, моя защита... Моей защите будет крайне сложно обороняться. И она испытает такие достаточно серьезные проблемы. Однако, мы входим на голый стол, и что мы видим? Мой противник не удосужился поставить оборону по какой-то причине, я не знаю, может быть он забыл, может быть был занят, может быть устал, заболел, но меня это, наверное, не должно особо волновать. Как я узнал, что он не поставил состав? Берем, открываем, например, верхний сектор, и мы видим, что да, первая команда у него реально мощная, а дальше, собственно, всего у него в командах идет по убывающей, по мощи каждого персонажа, и команды идут в разнобой. Никакой связи между фракциями там вообще в принципе нет. Вот тут у него Рэй и Люк Скайуокер. И вот у него здесь стоит... Сейчас покажу. Альфа Джаназиц. Вот у него C-3PO. И... Кто это? Асаж Вентресс. Короче говоря, в остальных секторах там еще более печальная картина. Вот, например, самая нижняя команда тут на лидерской позиции поставлена вообще R2-D2. Собственно, помимо того, что у него такая вот убогая оборона, которую, безусловно, нельзя недооценивать, потому что, ну, недооценка, она ведет к достаточно серьезному такому поражению. Оно может очень сильно ударить по самолюбию, да. Но человек, по сути, оставил себя без атаки, и поэтому, собственно, у меня он забрал только одну вот эту вот слабенькую оборонительную команду из недоразвитых имперцев. А на моего Дарта Ревана он вообще даже в принципе не собирался никаким боком нападать, потому что по сути ему атаковать некем. Поэтому моя задача на самом деле в принципе здесь одержать пару побед, вот можно внизу, да, например, но желательно, конечно, для увеличения собственного рейтинга просто взять и, ну, выиграть настолько, насколько это возможно, как можно больше матчей выиграть. Понятно, что джедая Ревана я вряд ли возьму, мне абсолютно неким атаковать эту команду. Плюс Реван у него весьма скоростной. Скорость у него 303. Мой самый скоростной персонаж Дарт Реван, он у меня в защите стоит. У него скорость 300. Так что даже я, оставив Ревана в атаку, Дарта Ревана, я бы все равно ничего сделать не смог. Поэтому, ну, нам, может быть, стоит начать с команды товарища Рэй. Где есть Люк Скайуокер, есть Альфа Джаназиц, C-3PO и Асаж Вентресс. Пользуясь собственным опытом, не самым успешным прошлого матча, который я проиграл в финале второго турнира, пожалуй, наверное, против этой команды стоит поставить своего джедая Ревана. Есть надежда, что вот эта разношерстная команда, которая будет против меня играть, против моей атаки и их защиты, ну, есть надежда, что я чего-нибудь там вывезу. Ну, хотя бы в сухую не проиграю. Посмотрим. Так, поехали. Там мне тут что-то пишет у нас. Закроем чатик гильдии. Итак, первым меня будет атаковать Йода. Поэтому мы дадим поддержку джедая Ревана. Довольно быстро мы нанесли ему урон. Даем скорость Бастеля. Усиливаем Йоду. Теперь можно, в принципе, попробовать сразу атаковать сходу Рей. Прямо всеми своими джедаями. Отличный урон мы ей нанесли. По сути, это означает, что Рей практически выведена из игры.
распространим все бафы между своими персонажами. Так, отшельник Йода дает ход мастеру Йоде. Эх, не попал. Еще один ход мастера Йоды. До свидания. Ух ты! Наехали на нашего маленького несчастного джедайчика. Тут спасение сыграло свою роль. Но больше таких проколов нам делать нельзя. Йода добавляет здоровье. Люк Скайуокер какой-то настырный попался. Надо аккуратнее. Так. Получаем скрытность для мастера Йоды. Так, убиваем Верзилу. И теперь надо срочно выводить Альфа Джаназица из игры. Так, удачно. C-3PO, конечно, картину портит. Но пока, наверное, лечить рано своих персонажей. Желательно сейчас кому-нибудь бы стан поставить. Так, Скайуокера отправили отдыхать на скамейку запасных. Так, ход Бастеля. Снимаем с нее дебафы. Да, давай вот так вот сделаем. Давайте выведем из строя Люка Скайуокера. Еще одна атака Йоды, и C-3PO убегает с поля боя. В итоге 56 очков. Победа есть. И этого, в принципе, уже достаточно для того, чтобы праздновать победу в сегодняшнем матче. Я набрал на 1 очко больше, чем мой противник набрал против той слабой команды имперцев. Там, конечно, еще есть приблизительно 3 часа 40 минут для того, чтобы мой соперник что-нибудь попробовал изменить. Но я так предполагаю, если бы он хотел изменить, он бы уже это, наверное, сделал. И наверняка начал бы он с команды посильнее. Например, с команды, где лидер Гранд Мофф Таркин. Так, пойдем по низу. Вверх мы оставляем в покое там Jedi Knight Raven. Я ему ничего не сделаю. Так, тут у меня мать Талзин, тут Боск. Генерал Гривус, шпион джаназийцев и Джин Эрсо, да? Джин Эрсо. Тоже такая себе команда, у которой общего, в принципе, вообще ничего нет. Вот. Я поставлю против нее имперцев. Во главе с Дартом Сидиусом, плюс там Сайен, плюс там Дарт Найлс и Адмирал Траун. Адмиралом Трауном можно, в принципе, по идее, вывести, ну, в какой-то определенный момент просто генерала Гривуса нейтрализовать, чтобы он мне массу урона не наносил. Хотя там он есть босс, который сейчас перехватит на себя инициативу. Он же танк. Так, эффект длительного урона. Блокировку надо поставить боску. Теперь мы делаем раскалывание Гривусу. Вот это да! Вот это поворот! Вот это поворот! Мне Трауна просто с одного удара вынесли. Вот это да! Это, конечно, мне сейчас не сильно помешает закончить этот матч, скорее всего, но какое-то количество очков я потерял. До свидания, Гривус. Так, шок ставим матери Талзин. Блокируем ее удары. До свидания, Талзин. Теперь им надо, наверное, шпиона вырубить, потому что он что-то как-то резво взялся за меня. Вообще я не ожидал такой потери. Прям с самого начала матча. Победа. Ну, 3 очка я потерял. Если бы на моем месте сейчас у меня был соперник посильнее, если бы он поставил защиту нормальную, то вот этих 3 очков мне для победы могло бы не хватить. А так, продолжаем движение. Это легендарная просто команда, где лидер R2-D2, у которого лидерских способностей вообще в принципе нет. Плюс Басти Лошан Падше, плюс старая Дака, плюс это у нас Денгар и еще один охотник за головами, который у нас Зэм Вессел.
Насколько она скоростная, кстати, интересно. 229, хорошая скорость. Кого можно против них поставить? Из тех, кто у меня есть. Гриуса я ставить не хочу. Гриус. Хотя, знаете, может быть... Не знаю, взять поставить не дроидов команду, а сепаратюк. Сепаратюк. Поставить вместо B1 дроида, поставить вот этого моего мощного генерала Гриуса, у которого реликвии 6 уровня. Окей. Попробуем мы сыграть. Ну, как естественно, уходит в скрытность наш друг R2-D2, но... Джангу Фет дает всем эффект горения. Так, у нас здесь не просто так Сестра Ночи находится. Снять надо парочку эффектов. Может быть, даже надо кого-то спрятать. Давай, Гриус. Нет, Гриус у нас остается тоже в скрытности. Кому бы поставить сейчас сомнительную сделку? Может быть, Басти или Шан падший, да, она у нас может кучу бед наделать. Отлично. Дуку поставил стан. Маленькому нашему дроиду-другу. Поставим еще один потрясение. Зэм Уэссел. Будем ее атаковать. Пора, наверное, пока, наверное, рано. Шрапнель давать. Давайте... Двойной выстрел. Теперь массовая атака сепаратистов против Басти Лошан. До свидания, Басти Лошан. Старая Дака взяла и всех, короче, реанимировала. Надо ее убивать. Это мое упущение. Надо было сразу разобраться с ней. Оп! Грусть, тоска. Прячем всех. Нет, не спрятали. Не получилось. Так, еще раз. Грабеж. До свидания, старая Дака. Нет! Со второй попытки спасибо. Потрясение. И Гривус. Мощный удар генерала Гривуса выводит сразу двоих персонажей противника из боя. Убиваем Бастилу и добиваем R2-D2. 6 очков я потерял, потому что, наверное, недооценил соперника, наверное, в том числе. Эх, обидно. Но с другой стороны, опять же, как я говорил в самом начале, победа моя неминуема в любом случае. Но хотелось бы, конечно, побольше очков набрать. В концовке у нас на задней линии команда из трех эвоков. Очередной у нас джианазиец, это Санфак. И Талия, еще одна сестра ночи. Хочется немного поэкспериментировать. Просто ради прикола посмотреть, насколько мощна моя Энфис Нест. Потому что она как бы не 12 уровня снаряжения. Но раз она не 12 уровня снаряжения, значит, в принципе, она достаточно сильно уязвима по отношению к противнику. То есть можно, конечно, выпендриться и попробовать посмотреть, вырубит она всех на автомате или нет. Давайте попробуем. В принципе, я же ничего не теряю особо. Да, не полный отряд. Я понимаю, я отдаю себе отчет в том, что это рискованный шаг. Желательно, конечно, нанести сейчас урон всем врагам. Что, собственно, я и говоря, и сделаю. Соответственно, враги не могут контратаковать сейчас. Но они могут достаточно серьезно атаковать меня сами. Вот мне тоже поставили ошеломление, поэтому контратаковать и я тоже не могу. Желательно, как бы, сейчас Санфака вырубить, но Санфак мне слепоту оставил.
счастью, Энфис Несс такой персонаж, что вот ее бьешь, у нее защита увеличивается только. То есть при хорошем снаряжении, при хороших модах, которые могут в этом персонаже стоять, я могу, в принципе, вообще просто вот эту команду... Бомс. Уронил ей микрофон. Ну и ладно. В общем, могу я просто эту команду на автомат поставить и на автомате просто вынести всю. Примерно так тактика складывается у этого персонажа. Ее атакуют, она отбивается. Наверное, эвоков надо все-таки потихоньку мочить. Даже не знаю, с кого начать. Ну, в принципе, если все складывается удачно, то Энфис Несс работает весьма эффективно. Правда, вот опять Логрей мне тут сделал гадость. Я вот даже не знаю, смогу я выиграть или нет. Возможно, даже нет. В принципе, я не расстроюсь. Опять же говорю, я это, в принципе, тестирую как бы промах. С моей стороны. Ну, так, в принципе, матч может длиться очень долго. Но Лугрея надо из игры выводить. Вот сейчас не получилось у Лугрея поставить мне ошеломление. Так что есть шанс переломить ход поединка. Опять уклонился. В принципе, это было логично. Поставил Логрею уязвимость. До свидания. Вот теперь, в принципе, можно на авто поставить. Просто смотреть, как мой персонаж борется с командой соперника, не имея при этом лидера. Команды соперника нет лидера. Опять же, я могу проиграть совершенно спокойно. Могу и выиграть. Задачу я себе явно облегчил. Ой, ой. Смотри, что Талия творит, а. Минус сам факт. Действенная тактика. Я много раз видел у разных стримеров подобную тактику. Она у них всегда срабатывала, но, правда, Энфис Несс, повторюсь, у них была гораздо мощнее. Но даже и на этом уровне обмундирования Энфис Несс приносит мне 63 очка вместо 64. Но это тоже приемлемый результат. Вот так. Собственно говоря, урок из данного очень короткого видео, которое я сегодня транслирую для тех людей, которые смотрят, я могу сказать, что да, урок один. Ребята, если вы влезли в великую арену, ну, постарайтесь хотя бы потратить 5 минут своего времени для того, чтобы поставить хотя бы защиту на голостол. Или, правильно сказать, холостол, как бы кому лучше нравится. Вот. Потому что, еще раз повторю, у Тинмана хороший состав вроде бы, и воспользуйся он вот этой вот командой с верхнего ряда не в защите, а в атаке, скорее всего, ну, закончилось бы для меня все довольно грустно. Но мне повезло, пройду я следующий раунд с победой. Кто там будет моим соперником, я пока, естественно, не знаю. Но посмотрим. Там через 3 часа я завтра утром проснусь и посмотрю, кто там будет следующий. Who's next? Итак, Владыка Сидх Дарт Алру был с вами ближайшие 25 минут для того, чтобы провести этот маленький тестовый стримчик. Спасибо всем, кто следил за этой трансляцией. Увидимся как-нибудь в следующий раз на просторах интернета, где-нибудь, может быть, у меня на канале в Твиче, или, может быть, у меня, не знаю, там в ВК, смотря где вы смотрите. Забыл я логотипы поставить себе. Раз. И два. Да? Вот так.
Примерно должно выглядеть вот так. Беру их пока, раз их не было, черт с ними. Окей, ребят, давайте до следующего раза. Всем пока, всем спасибо. Был рад видеть. Буду рад увидеть и в следующий раз. До свидания. Alruz out.